Короче, сейчас кто-то может стать звездой строительного инстаграма. Максимальная высота вдоль, рабочая высота получается в районе 3 метров. Где болтается? Здесь болтается. Ремни поменяли на липучки. Сейчас дорабатываем. В этом помещении высота чуть ниже, поэтому мы их подопустили. Девушка, ну как вам? Первое впечатление. Со стремянок я бы уже бы заклеила. Уже бы заклеила. Это ж начало. Ты ж грозилась танцевать на них. Всем привет. Мы тут самоизолируемся на объекте. Надоело уже дома изолироваться. Нам предоставили полностью пустой объект. И поэтому мы здесь сами. В масках доехали. И теперь здесь занимаемся. Сейчас испытываем новые плюшки. Вон такие вот ходули. Потом у Даши в руках, сейчас буду показывать. У Даши в руках Smart Masker, такой прибор типа рулеточки, в него вставляется лента. И по идее ты просто тянешь, и она проклеивает. Вот, но она сейчас его еще пока осваивает. Там есть тоже куча нюансов, это надо знать. Толковых видео по проклейке этими маскерами в интернете особых нету. Вот, как вы видите, вот. И вся идея, что она вот идет на ходулях и его проклеивает. Ну, сейчас тоже будем проверять. Вот такие ходули. Чуть-чуть тюнинганули их, поставили сюда липучки. Теперь нога более жестко закреплена. Осталось ей еще научиться ходить на них. Ну, а мы будем потихоньку самоизолироваться. Да, вот еще одна плюшка, очень эффективная, друзья, вообще это просто чудо. Стены, клиент думал, что под шелк готовы, но оказывается, что нет. Поэтому сейчас мы их очень быстро с помощью вот этой машинки дошкуриваем. Раньше вот наша Мирочка, ну, с Миркой бы приходилось бы скакать, высота 3 метра, а этой иду снизу, доходит прямо до плинтуса. И будем проверять наш безвоздушный аппарат мембранного типа, который уже открасил в чьих-то руках огромное количество квадратных метров. Посмотрим, как здесь он себя покажет. Вот. Видно, идеально ровно. Вуаля! Проклеено. Даша, ты идешь? Нет. И ты клеишь-то, держись за потолок покрашенный. Проклеила. Без самого этого. Ровный край, четкий. Ура, ура. Так, Даша, ну давай отзыв. Честный. Честный? Как я жила без них? Как я без маскера жила? Но ноги болят. Ноги, понятно, это с непривычки, это другие мышцы. Ну, однозначно, очень сильно. Комнату проклеила, ни разу не нагнулась. Вот наши стоят теперь и плачут малыши. Чтобы вот эту комнату оклеить, раньше бы Даше нужно было бы на вот такую стремяночку. Какая разница, или козлик, ну, раз, наверное, 30. Залезть. Если со стремянкой работаем, однозначно. С козликом меньше раз, но на козлик сложнее залазить. Вот, поэтому годный девайс. Годный девайс. Рекомендую. Ну, все, поняли. Взяли вот такую новую штуку. Называется шлифмашинка. В простонародье жираф именуется. Ну, точнее, да, среди мастеров. Вот. Сейчас покажу, как она работает. Очень крутая штука. В чем история? Зачастую как получается, да, клиент, ну, мастера сделали, маляра, под покраску, в принципе, эта поверхность, можно сказать, что готова. Не под высококачественную, а под обычную покраску, там, пошкурена какой-то сеточкой, шкуркой или там
Под шелк, как правило, нужна идеальная поверхность, и поэтому возникают вот такого рода проблемы. Приходят декоративщики и включают прожектора и показывают, что, ребята, у вас вообще не все хорошо. И хорошо, что если предыдущие мастера не загрунтовали стены, тогда достаточно легкой шлифовки. Вот мы тогда для вот этого и взяли вот эту машинку. У нас вообще с этим делом работала Мирка наша маленькая, но она... С Миркой получается, вот ты на вытянутую руку, и все. Тебе приходится, если высокие стены, залазить, слазить. То вот для этого мы и взяли вот эту машинку, чтобы не залазить по стенам. Я ее достаю почти до плинтуса, то есть отлично справляется. Есть еще, бывают ситуации, когда предыдущие мастера были, как они считают, качественными, и они загрунтовали стены. Тогда никакая шлифовка не помогает, тогда только перешпаклевывание и с последующей шлифовкой. Вот у нас здесь... Есть несколько сегментов вот таких стен, где приходится перешпаклевывать, потому что там загрунтовано. Вот. И сейчас покажу, как работает вот это чудо. Взяли, смотрите, Энхель. Довольно бюджетная штучка, 13 рублей стоит. Но в чем хорошесть ее? У нее вот эти дырки, как у фирменного фистула шлифмашинки Planex, и соответственно круги подходят от фистула, а у фистула считается очень хороший абразив, поэтому там несколько кругов купил и работаешь очень долго. Я сейчас уже пробежал вот эти три стены, вот это заканчиваю очень быстро, очень удобно, я не скакаю, минимум пыли, вот чуть-чуть что-то оседает, сейчас все пропылесосится и все. Вот такого взяли помощника нашей Мирки, вот она малышка. Хорошо себя зарекомендовал сразу с первых квадратных метров. Смотрите, показываем аппарат в действии. Вообще правильно сейчас ставится прожектор, но мы когда прожектор включаем, почему-то сильно видеосъемка моргает. Поэтому прожектор убрали. Я вижу. Итак, вот сейчас мне немного света хватает, чтобы вот убрать эти царапины. Вот так работает машинка. Вот, смотрите. И вот пол стены довольно тщательно зашлифовано, то, что мы в принципе и добивались от нее. Нам она облегчает задачу, каким образом я не танцую по стремянкам. То есть я иду снизу, весь объем уже прохожу. Дальше, если получится так, что Даша на ходулях проклеивается, то получится реально ускориться. Все, всем добра. Не знаю, как у кого, друзья, но я вчера попилял этой машинкой без вот этой штуки. У меня в результате полные глаза пыли были. Не могу понять почему. Даже вот здесь мы заклеили скотчем этот край, потому что тогда лучше вакуум получается. И по идее, у него ж, видите, у него вот такая, то есть роторная машинка. У нее частицы стремятся вылететь. Вот, наверное, что-то там навыскакивало. Или второй вариант, я так... подразумеваю, что вот двигатель тоже, у него аж внутри крыльчатка, чтобы его охлаждать. И отсюда, из этих отверстий выходит воздух. Вот может какие-то частички воздуха попадают. Ну, факт, я вчера обшкурил две комнаты. Я ехал, у меня полные глаза были этой истории. Хорошо, что вот была у нас такая маска, поэтому я в ней сейчас это все и делал. Вот, ну а так, конечно, бомба, вы видите, все. Один раз протянуто, удобно, не достаю ни с незалаженной стремянки, все классно, хорошая штука. И вот еще большой плюс у Энхеля,
Ну, каких-то машинок тоже есть, видите, я могу ставить, и шланг не переламывается. Здесь очень классный такой гибкий шланг. И вот на многих машинках вот этой вот штучки очень удобной нету. А здесь есть, поэтому мы довольны. Все.